я с вами. Короче, развлекаюсь. Искала ролик Тани Волковой, а у нее, оказывается, есть Дора Дура тоже. Так прям сравнение один к одному. Вы не против? Будем смотреть и слушать опять Дора Дура. Но в исполнении Тани Волковой. И что мы делаем? Поехали! Йоу, всем привет, я Таня, и в последнее время под моим видео очень много комментариев, потому что я похожа на Дору. Именно поэтому сейчас нахожусь в Louder Studio со своими друзьями, которые прямо сейчас заходят в Louder. И мы с ребятами решили снять кавер на песню Дора Дура. Кавер. Но если вы думаете, что это просто кавер, то вы меня плохо знаете, потому что это моя версия песни Дора Дура, где не Дора Дура, а ситуации, в которых каждая девушка дура. И, ремарочка, к этой песне вообще не было минусов, поэтому все, что вы сейчас услышите, создавалось вот этими вот золотыми ручками и вот этим голосочком. Поэтому... Ну, погнали! Закрываю дверь квартиры, отключаю все мобилы. Недоступна для сети, потому что протупила. Я лайкнула тёлочку бывшего. На экзамене тянул я последний билет. Препод задал мне вопрос, я промолчал в ответ. Ведь для стать всю ночь мимасой это было так тупо. И я иду на пересдачу, потому что я глупая. Парень звал меня навстречу, проморозилась весь вечер. Я не знала, что ответить, с ним идти так не хотелось. Стихи, цветы и о любви слова. Но я влюбилась мудака. Потому что просто дура, просто потому что дура. Потому что супер дура, просто я тупая. Очень похожи, как сестры-близнецы, вы представляете? Хотя и разные, да? Таню не скажешь, что дура, а Дора сама говорит, что дура. О. И так, знаете, видите, можно перепутать, зайти, посмотреть и перепутать. О, и офигеть, Таня или Дора, ну, о, и не поймешь, куда попал, кого слушаешь. А так кавер мне очень понравился, а музыканты так вообще отпад. Так сзади они на заднем плане выделывали, аж меня завели. И я так. Короче, справились они неплохо. Таня не зря их хвалила. Ну, а Таня похожа, похожа и внешне, и даже голосами. Может, им надо начать петь дуэтом? Как вы считаете? Короче... Вам понравилось? Мне понравилось. О, а похоже или нет, это каждый решает сам. Правильно. Кому похоже, кому-то нет, а в целом неплохо. Так что пока-пока.
До новых встреч! Okay.